Сестра Аграфена Николаевна Назарова поспешила в келью Пелагеи Ивановны рассказать ей, что происходило сегодня в церкви, и принесла с собой подарок прихорошенького котенка, зная, как блаженная любила их. Пелагея Ивановна вскочила, выхватила котенка из рук Назарова и так сильно ударила кулаком по его голове, что он не пикнул. Подобного с блаженной никогда еще не случалось. «Полно озорничать-то!» – закричала Анна Герасимовна. «Нет, не перестану!» – отвечала блаженная. «Да вот все так, ей все равно, а я-то тут при чем? Только знай, через тебя все к ответу иди!» – ворчала Анна Герасимовна. «Нет, что тебе? Я и помимо тебя выберу время!» – сказала Пелагея Ивановна. В это время в другом конце обители старица Прасковья Семеновна кричала: «Второй Серафим, Пелагея Ивановна, помогай мне воевать!» О том, что произошло дальше, Анна Герасимовна рассказывала так. Пришла ночь, сидит дома. На другой день хорошая встала и пообедала с нами. Отлегло у меня. Но думаю, слава тебе, Господи, угомонилась. Да уж не помню, зачем вышла в чулан. Прихожу, а уж ее и нету. Так во мне сердце-то и упало. Где она это? Думаю, как бы еще чего не наделала. Тороплюсь, собираюсь идти разыскивать, а ко мне уже и бегут навстречу. Что ты, говорят, делаешь-то? Что безумная эта твоя дура наделала? И не знаешь? Ведь она владыку-то по щеке ударила. Так я и обмерла. Ничего и соображать не могу. Вот, говорят, теперь в сумасшедший дом ее. Да и тебе-то беда будет. И тебя к ответу. Господи, говорю, да я-то при чем с ней? Ведь не пятилетняя, говорю. Она на руках мне носить, да караулить ее, что ли? Горе страшное взяло меня. Так-то мне тяжело, да тошно, сил моих нет. И горько-пригорко заплакала я. Она идет. Побойся ты Бога, что говорю, надурила ты. Но виданное ли дело? Ведь и правду говорят, в сумасшедший дом тебя засадят. Да и меня-то горькую за дурь твою так не оставят. Не была, говорит, в нем сроду, да и не буду. А так надо, ничего не будет. Да, говорю, говори. Вот как все совершилось. Едет от службы владыка на дрожках, а моя-то разумница на дороге сидит. И когда успела, яйца катает. Как раз после Пасхи вскоре это было. Владыка-то, видно, хоть и послушал протоиерея, да не был покоен, потому что правду-то таить не по-божьему сделал дело-то. Увидел Пелагею Ивановну, видно, обрадовался и думал, не успокоит ли она его совесть. Слез с дрожек-то. Подошел к ней, просфору вынул. Вот, говорит, раба Божья тебе, просфору мое служение. Она молча отвернулась. Ему бы уйти, видит, неладно, прямое дело. Кто им блаженным-то закон писал? На то они и блаженные. А он, знает, с другой стороны зашел и опять подает. Как она встанет на это, выпрямится, да так грозно, и ударила его по щеке со словами: «Куда ты лезешь?» Видно, правильно обличила, потому что владыка не только не прогневался, а смиренно подставил другую щеку, сказавши: «Что ж, по-евангельски бей по другой. Будет с тебя и одной», — отвечала Пелагея Ивановна. И как бы ничего не сделала, словно не до нее дело, а так опять стала яйца катать. Уехал владыка, а мать-то Пелагеи Ивановны, Прасковья Ивановна, услыхав всю эту историю в Арзамасе, перепугалась, приехала к нам и говорит мне: «Сумасшедший дом, говорят, засадят. И вам-то с ней беда, говорит, будет. Ее-то мне уж, говорит, не жаль, слыхано ли дело, что она делала. Бог с ней, туда ей дорога. А вот вас-то, голубушка, вы уж больно мне жаль. За нею, за дурую, ходила, дородела». Все это молча слушала Пелагея Ивановна, да на эти ее слова и сказала: «Сроду там не была, да никогда вовек не буду, ничего не будет». Что же, ничего и правду не было. А еще владыка-то, бывало, так почитает ее, что всегда справлялся, жива ли она. И что еще? Присылал ей свое благословение и от нее просил себе святых молитв. И даже просфору раз со странником прислал ей и еще что-то в гостиниц. Видно, уразумел он, что не по-божески поступил он, и что справедливо, хотя безбоязненно и дерзновенно обличила его блаженная раба Христова. Об этом поступке блаженный святитель Филарет Московский в одном из писем писал: «Неправильное избрание Гликерии подтвердилось, и Асаф открылся самым нелепым человеком. В общине сестер простых и скромных постепенно собрал себе партию, главой которой теперь Гликерия, и произвел разделение и смуты. После избрания Гликерии одна, живущая в Дивееве и уважаемая всеми ее родивая, при народе ударила преосвященного Нектария в щеку. Действительно, никаких разбирательств по поводу пощечины епископу так и не было».
Все 6 месяцев, в продолжении которых начальствовала Лукерья Васильевна, блаженная Пелагея Ивановна воевала. Все ломала и била. Она громко говорила всем, что не быть у них настоятельницы иной, кроме игумени и Марии. И во время пребывания в монастыре следственной комиссии по этому делу легла в главных воротах и громко обличала виновников и виновниц смуты. Кроме принесенного котенка, блаженная убила и своего. Анна Герасимовна рассказывала так. «Что это, говорю, Пелагея Ивановна, будет тебе? Все-то бьешь да убиваешь. Кажется, сама-то кошек любила. А тут, гляди-ка, другого котенка уж убиваешь. Как это не жалко тебе, говорю? Ведь тварь чем же виновата?» «Так-то батюшка отвечает. Да что ж делать-то, когда так надо? Вот тебе и толкуй с ними блаженными-то». Гляжу, раз бежит откуда-то и несет прихорошенького котенка. Где взяла, уж не знаю. Понесла она его, да в передний угол на лавку и посадила. Гладит, да приговаривает. «Ну вот, двух я убила, а ты уж теперь поживи у меня». «Ну, говорю, одного убила, да еще мало и другого. И теперь своего принесла. Пусть же этот вон живет». К вечеру слышу, приехал к нам в Тамбовский архимандрит и аким. Неправильно это нектарьевское дело. Святейший Синод поступило. Временно, видишь, перевели нас в Тамбовскому архиерею. Для того, чтобы матушку-то Елизавету Алексеевну, не по Божьему-то у нас отнятую, нам возвратить и опять поставить начальницу. Тут-то уж и поняла я все ее проделки. Вот почему-то котенка-то сама принесла. Эх, Пелагея Ивановна, Пелагея Ивановна. И чудна только она была. Анна Герасимовна вспоминала. Но вот с тех пор, как возвратили нам матушка-то Елизавету Алексеевну, все по-прежнему стало у нас спокойно, перестала озорничать и моя Пелагея Ивановна. Вместо камней да палок с матушкиного игуменства цветы полюбила, цветами заниматься стала. Сидит ли, ходит ли сама, знай, их перебирает. И сколько бывало ей нанесут их, целые пуки, всю такелью затравляет ими. Тут вот она и бегать почти перестала, все больше в келье бывало сидит. Любимое ее место было на самом ходу, между 3 дверей, на полу, на войлочке у печки. Повесила тут батюшке Серафима портрет да матушкин. С ними бывало всей ночи-то разговаривала, да и цветы им дает. «Любила она очень цветы», — говорил художник Петров, подтверждая рассказ Анны Герасимовны. «И если имела их в руках, задумчиво перебирала их, тихо нашептывая молитву. Последнее время живые цветы почти всегда имелись у ней в руках, потому что их приносили ей те, кто желал сделать ей удовольствие. И эти цветы, видимо, утешали ее. Перебирая их, любуясь ими, она и сама делалась светлую, радостную. Точно витала уж умом своем в ином мире. После 20-летнего подвижничества в Дивееве Пелагея Ивановна вдруг резко изменила образ своей жизни. Однажды сказала она своей келейнице, Анне Герасимовне: «Сейчас был у меня батюшка Серафим, велел молчать и находиться более в келье, чем на дворе». И она замолчала и редко кого удостаивала своим разговором, говорила мало, отрывистыми фразами, более сидела в келье и, подобно преподобному Арсению Великому, стала избегать людей и более внимать себе. В это время духовные подвиги ее были самыми разнообразными. Спать она почти не спала. Разве так сидя тут же или лежа, немного задремлет, а ночью, случалось, посмотришь, ее уже и нет. Уйдет, бывало, и стоит где-нибудь в обители, невзирая ни на дождь, ни на стужу, обратясь к востоку. Полагать, надо молиться. Больная никогда не бывала, рассказывала Анна Герасимовна. По воспоминаниям Петрова, та цепь железная, которая некогда приковывала ее муж и которую она принесла с собой в Дивеево, служила и теперь ей подчас веригами, а подчас изголовьем. Спала она и сидела всегда на полу и непременно около входной двери в келью. Так что проходящие нередко наступали на нее или обливали ее водою, что, видимо, доставляло ей удовольствие. Как только все в кельях улягутся на ночь спать, Пелагея Ивановна, тоже притворившаяся, что ложится спать, вставала, становилась на молитву и молилась почти всегда до утра. Тихо плакала и вздыхала на молитве. И иногда в восторге духовном громко восклицала, чем и будила бывшую около нее келейницу Анну Герасимовну. Причем притворялась спавшей и восклицавшей во сне. Пищу принимала умеренно и питалась преимущественно черным хлебом, который носила всегда за пазухой, из которого катала шарики. Эти шарики служили ей вместо четок при совершении молитвы Иисусовой. И это почти было постоянным ее занятием. Ногтей Пелагея Ивановна никогда не обрезала и никогда не ходила в баню. Вообще тело свое, видимо, истязало и угнетало. Однажды она лежала на полу келии возле топившейся печи. Горячий уголек выскочил из печи и упал ей на висок. Она даже не шевельнула, чтобы скинуть, и лежала до тех пор, пока уголек не остыл.
Дар слез был у Пелагеи Ивановны замечательный, вспоминала Анна Герасимовна. Но прежде плакала больше тайком, скрытно. Помню, раз хватилась я ее, уж очень долго ее не было. Искали, искали, нигде не нашли. Пошла я в поле, вижу, сидит она у кирпичных сараев и так горько плачет, словно река льется. Надорвалось даже у меня сердце на нее глядя. Ох, думаю, что это, как она плачет, уж не побил ли кто ее? Так думаю, с малого-то моего разума глупого, а она, моя голубушка, мне и говорит. Нет, батюшка, это я так, надо мне уж так плакать, вот я и плачу. А года вот за 4 до смерти своей, как слышно стало, что у нас творится на Руси, какие пакости да беззакония, то уж как она сердечная бывала плакала-то, уж и не скрывалась, и почти не переставала плакать. Глаза даже у нее загноились, и даже заболели от этих слез. «Что это значит, матушка, — говорю я, — что ты все так страшно плачешь?» «Эх, Симеон, — говорит она, — если б ты знала это, весь бы свет теперь заставила плакать». А как она была покорна и послушлива, скажу вам, настоящих послушниц не найдешь таких, даром что блаженная. Как привели ее к нам, она хоть и бегала, а всегда бывало сказывалась. А прошлой вот осенью, незадолго до смерти, стала Поля на ней сарафан переменять. Она и заупрямся, и бить ее. Поля мне сказала, да ты что ж это озоруешь? И ударила я ее платком по спине. Она так и затряслась, так было ко мне бросилась. Маменька говорит, ты меня за что бьешь? За что бьешь? За Полю, говорю, ты ее заколотила. Да ведь я за дело, говорит. Ну да что ж, прости меня, Христа ради. И так-то хорошо поклонилась мне в ноги. Бывшая в то время монахиня Эсфирь крайне удивилась. Вот, говорит матушка-то Пелагея Ивановна, как смирению-то учит нас, какая послушная. О, говорю, матушка, это точно. Во-первых-то, 10 лет, как она, моя голубушка, меня слушалась, поглядели бы вы. Уж и 10 лет, а как больше, улыбаясь, сказала Пелагея Ивановна. Кто же это знает, говорю, может и больше, уж не помню. Нет уж другой Палашки у вас не будет, вам другой такой не найти, задумавшись, ответила она. В прежнее это время у нас не было послушницы, одни жили. Придет, бывало, летняя пора, все на работу идут. Вот, бывало, и за нею-то и гляди, и стряпай, и все прибирай. А положен еще, кроме того, всякая из нас свой урок. Свитку принесет монахиня Александра, ее обязательно надо сшить в положенный срок. Вот, бывало, сижу, мне некогда, сила не берет. И скажу ей, как есть умному человеку, матушка, Господа ради, пособи мне, мне не досуг. А спрашивают, слышишь, а к сроку надо? И подвяжет она фарточек, наденет наперсточек, не говоря ни слова. Гляжу, шьет хорошенько, уж такая послушная была. В другой же раз, если забывшись, оставлю ей свитку. Она нарочно так напутает, что и распутать невозможно. Однажды таким-то вот родом все так перепутала, что и поправить было нельзя. И бежит к нам мать-то Александра, выговаривает. Так, говорит, нельзя, знаете, что нужно, опортите. Что это, глядите, Господи помилуй, как это можно так шить? Не меня, говорю, вини, вон дура сидит, на ней взыскивай. И так мне что-то пришлось больно, что вот каюсь вам, согрешила. По голове-то этой самой свиткой ее и ударила. Она и не тряхнулась. Что ж, говорит, глядя на мать Александру, что на меня возьмешь? Я безумная. Нитки даже пряла у меня она и по своей охоте. Дай-ка, скажет мне батюшка, гребень-то я попреду. Подам я гребень, ну и сидит да придет с лучиною. Свечей и ламп тогда и в заводе-то не было. Напрядет толстых ниток, у меня ладыженские бывало, и разберут. Что и говорить, воевать по-своему, по-блаженному воевала. А уж терпеливо и смиренно была, удивляться лишь надо. Бывало, таракашку зря ни сама не тронет, ни другим не даст. Не только кого обидеть, на ногу наступят, бывало, ей, а раздавят вовсе, да еще стоят на ней. А она не пикнет, лишь поморщится только. Волосы даже раз загорелись от неосторожности на ней, и тут молчит. И как хочешь, бывало, я унижаю, ругаю ее в лицо, она еще рада улыбается. Я ведь, говорит, вовсе без ума, дура. А кто должную лишь честь воздаст за ее прозорливость, да назовет ее, бывало, святой или праведницей, пуще всего растревожится. Не терпела почета, а напротив поношения любила больше всего. Никогда ничего ни у кого Пелагея Ивановна не искала, не просила и не брала. Она была совершеннейшим образом нестяжательна. Оттого у ней ничего своего не было, кроме 2 столовых серебряных ложек, да и те матушке нашей отдала. Я расскажу вам, как это было. За свое-то добро на семейных скорбела, раз вот и говорит матери. Ведь полага-то безумная, куда хотят, и мытарят себро-то ее. А мать, услышавшая это и зная ее прозорливость за последнее то время, боялась ее и привезла ей эти 2 ложки.
«А что ж мой жемчуг не привезла?» – спросила Пелагея Ивановна. «Я его внучке Наде отдала», – ответила Просковья Ивановна. «Напрасно, – говорит, – я и сама бы нашла, куда его поместить-то». После этого пришла как-то матушкина келейница, орловская Катя. Пелагея Ивановна, не говоря никому, взяла одну из этих ложек, сунула ей в колени и говорит: «Отдай матушке». А спустя немного времени говорит мне: «Семён, а, Семён, мы с тобой люди-то кое-какие, к чему нам это?» И подает мне другую ложку. «Отошли», — говорит, — «матушке». Так из всего ее добра единственное уцелевшие ей доставшиеся эти две столовые серебряные ложки находятся теперь у матушки. В другой раз, вскоре после смерти деверя ее, приезжает к нам ее брат. Как всегда, все вперед зная, перед самым приездом его Пелагея Ивановна села прясть. Сидит и придет. «Ах, — говорит он, — вот так хорошо, от пера до запрялку присрамить захотел». «Что же, — говорит она, — ведь мы люди бедные, богатым до нас нет и дела, они нас знать не хотят, делятся, а нас даже и не спросят». «Это что значит? — говорит брат. — Анны вышла, что значило. Недовольна была она и выговаривала очень. Зачем в здешнюю-то обитель немного напомин дали? И вот так-то часто она им выговаривала за свои-то вещи да за свою обитель. А то, что дадут, то и ест, что наденут, то и носит. А ничего не дадут, даже и не просят. Все она и пила, и ела, и носила, что подавали ей ее почитатели ради Христовой милостыни. Из платья кто что принесет, сама не брала. Бывало, мне дадут сарафан ли, рубашку ли, платок ли, мы, бывало, на нее и наденем. Да и то не всегда дается надеть-то, как ей Бог велит. Гостинцев каких принесут, конфет, пряников или просфору, она не от всякого возьмет еще. А что уж возьмет, то свою житницу, так мы прозвали ее пазуху, положит. И была у нее эта житница, словно большущий какой мешок, за шею привязанный. Так бывало, будто с целым мешком и ходит везде. И, боже упаси, как тревожится, не коснись никто этой житницы. Последние годы ей приносили все из матушкиных комнат. Очень любила она эту матушкину пищу и называла ее своею, да Божию. «Царица Небесная, — говорила, — мне это прислала. А то, ну-ка, подай ко мне, там есть моя пища». Бывало, не ест другой, своей дожидается. И страшно растревожится, если что из принесенной этой пищи кто тронет. Денег ни от кого никогда не брала. Так раз одна бедная барышня была у нее, Пелагея Ивановна страх как хорошо приняла ее, полагая, как всегда, мирские-то люди думают, что надо на что-нибудь дать блаженной, она подала ей рубль медными деньгами. «Оставь, — заговорила Пелагея Ивановна, — у тебя у самой это последнее». Как бы вы думали? Ведь и вышла правда, последний ведь рубль был в кармане у барышни-то, хоть и хорошо одета она была. «Меня любила, кажется, да и то как-то по-своему», — говорила она Герасимовна. «Раз, например, отпустила я жать полю. Одна я осталась. Пелагея Ивановна у меня убежала, а я заболела, да и немало вовсе свалилась. Так другой день и лежу». Прибежала она и говорит: «Что это вы, батюшка?» «Да вот теперь, — говорю, — батюшка. Батюшка-то, небось, пять раз на день в караулку-то да в поле за тобой бегает. А вот как батюшка-то другой день болен лежит, так ты не заглянешь, не навестишь его. Не подойдешь сказать, не хочешь ли, батюшка, испить или чего». Глядит, слушает, молча нагнулась, поцеловала меня в лоб и ушла. Уж не знаю, спросила ли у кого или кто ей дал, только приходит она вскоре, в одной руке белый хлеб несет, а другой зачерпнула в этом старинном котле, уже лет 50 ему, что под лавкой у нас нарочно для того и стоит, воды ковшиком, да ко мне и подходит. «Не хочешь ли поесть-то, батюшка? Вот и водичка, на-ка, попей». А я еще захворала, тоже лежу, она и бежит, увидела. «Знаешь ты, батюшка, хвораешь, да хвораю». «Ах, кормилец ты мой, что это у тебя, голова что ли болит?» Схватила в охапку меня за руки, на руки и тащит во двор. «Что ты, — говорю, — безумное выдумала? Оставь! Поля, — кричу, — не давай ей!» А она, знай свое, вытащила меня на воздух, села, да на коленках-то меня и держит, качает, да, дуя в лицо, целует меня и приговаривает: «Ой, батюшка, эки ты у меня плохой! Именинница я, знаете, на Симеона и Анны. Вот последние-то годы все звали она меня... Она звала меня Симеоном, и всегда по-разному. Как бывало назовет, я уже не знаю, ласкает или за что бронит и сердится. Привыкла, знаете, к этому. Когда была довольна, все Симеон, да Симеон батюшка, а как сердит, а ни за что, так не скажет, а все Семка, да Семка. А растревожусь, рассержусь я бывало, и начну кому выговаривать, что она сейчас возьмет меня за руку, гладит руку, то в глаза так и глядит, так и ласкается. «Ведь ты у меня Симеон, богоприимец, батюшка. Ведь он так прямо-таки на ручки-то Господа и принял. Да был хороший, да кроткий такой, и тебе так надо».
по всему. Вот поэтому и думаю, что она любила меня. Ульяну Григорьевну покойную тоже любила. Она даже плакала, как хоронить ее понесли. Раз только за 3 года до смерти, вот этот ночью ушла она, я нездорова была. Маша стирать. В лес ушла, а буран страшный ревет. Слышу, ее бьет 10, 11, 12 часов. Наконец часа, ее все нету. Поленька, говорю, ты бы сходила, посмотрела Пелагию-то Ивановну. С 4 часов нет, а на дворе-то что? Ведь, пожалуй, убьет. Взяла фонарь, Поля задувает, так в потемках-то и вышла. Искала, кричала, не нашла. Ну-ка, взбодоражили всех. А как есть, сгинь, видать. Пелагеи Ивановны нет, как нет. Ступайте, говорю, по ямам. И там нет. Идите, говорю, мир, ищите, там уже ее. 5 часов утра. Господи, говорю, что ж это такое, а? Часов так в 6 пошла Маша в обитель. Глядит, покажись ей, будто Пелагея Ивановна рубашка-то на грядках против собора белеет. Подошла Маша, а она сидит в грядках-то, не шелохнется. Уж совсем почти замерзла. И так-то Маша обрадовалась, так к ней прижалась. И видишь, в грядке-то, как залезла она мокрая, ветер-то сшиб ее, повалившись она села, выбившись из старых немощных сил. Сарафан-то тем временем примерз к земле, ей не выбраться. Скричала Маша сестер, принесли ее на руках, положили, напоили чаем с вином. Стала отходить понемножку и рассмеялась. «Разве, говорит, вам меня жаль?» «Жаль, не жаль, говорю, а какой бы выговор-то я приняла?» «Да вот я, Симеон, последнее это время все Симеоном меня звала, заплуталась, дороги не нашла, меня сшибло, я путь-то уж совсем потеряла. Я-то ворчу, знаешь, а самой вот как ее жаль, и сказать не сумею», отвернулась да заплакала. Увидела она это, да сестрам-то и показывает. «Ох, пес какой, батюшка-то, говорит, не жаль, а смотри-ка, плачет». На силу мы тогда отходили. Судите сами, старухи ночью 9 часов кряду на страшнейшем буране, чуть не хуже зимы, просидеть в одном сарафанушке с рубашкой. Как не умерла-то дива. Вот лишь с тех пор стала на чулки надевать и до самой смерти никуда уж из келии не выходила. В Дивеевах блаженной Пелагеи Ивановне стали стекаться со всех сторон народ, люди разных званий и состояний. Все спешили увидеть ее и услышать мудрое слово назидания, утешения, духовного совета или же обличения и укора, каждому по потребе. И она, обладая даром прозорливости, говорила каждому, что для него было нужно и душеспасительно. С иным ласково, с иным грозно, иных же вовсе отгоняла от себя и бросала в них камнями, других жестоко обличала, причем голос ее, как некогда у блаженного Христа ради еродивого Андрея, подобно колоколу, звучал сильно, благодатно, так что кто слушал блаженную, вовек не мог забыть потрясающего действия ее слов. Говорила она почти неумолкаемо, то иносказательно, то прямо и ясно, смотря по душевной нужде слушавших. Если к Пелагее Ивановне приходили из простого любопытства, таковых она часто прогоняла от себя, толкала и била, приговаривала. «Галки, галки, прочь отсюда!» Ничего не укрывалось от прозорливой старицы. Она прозревала мысли, приходивших к ней, рассказывала все их прошлое, будущее, иногда за несколько лет вперед, видела давно совершившееся, словно она сама там присутствовала, даже заочно помогала призывавшим ее в бедах и недугах и предваряла их недоумение своими советами, которые писала на клочках бумаги и посылала заблаговременно тем, кого любила. Много было случаев, когда приходивших к ней с разными болезнями она или ударяла по больному месту, или поила чаем из своей чашки и блюдца. И после того больные исцелялись и не чувствовали прежних болей. Анна Герасимова рассказывала, никого, ничего, ничем никогда она не отличала. Ругал ли кто ее, ласкался ли кто к ней, для нее все были равны. Всякому говорила она лишь то, что по их блаженному-то сам Господь укажет, и кому что надо было для душевного спасения. Одного ласкает, другого бронит, кому улыбается, от кого отворачивается, с одним плачет, с другим вздыхает, кого приютит, а кого отгонит, а с иным хоть весь день просиди, ни полслова не скажет, точно будто и не видит. С раннего утра и до поздней ночи бывало, нет нам покоя, так совсем замотают. Кто о солдатстве, кто о пропаже, кто о женитьбе, кто о горе, кто о смерти, кто о болезни и скота и людей, всяк со своими горями и скорбями. Со своей сухотой забота идет к ней, бывало, ни на что без нее не решаясь. Сестры, у кого лишь чуть что, все к ней летят почтой, бывало, и то все ее спрашивают, как есть, нет отбою. И все говорят, что она им скажет, так все и случится. Сам, значит, уже Бог так людям на пользу жить указал. Как же их погонишь-то? И ее прогневать не хочется, да и Бога-то боишься.
Бывало с утра и до поздней ночи и тормошишься, иной раз так тошно. А терпишь да молчишь, делать нечего. Старух и молодых, простых и важных, начальников и не начальников, никого у ней не было. Все безразличны. Любить особо Бог ее ведает. Любила ли кого, я не заметила. Художник Петров пользовался особым расположением Пелагеи Ивановны и был наречен ей духовным сыном. Он представлял собой живой пример того поразительного благодатного действия, посредством которого она обращала на путь спасения человеческие сердца. Вот что он рассказывал о своем первом посещении Пелагеи Ивановны. «После бурной моей жизни, побывав на Афоне и в Иерусалиме, я не знал, на что решиться, идти ли в монастырь или жениться. На возвратном пути из этого благочестивого путешествия заехал я в Саров, Евдивеево. Это было в 1874 году. На второй день по приезде в Евдивеево меня свели в келью к юродивой Пелагее Ивановне, о которой много давно я слыхал. Когда взошел я в ее келью, меня так поразила ее обстановка, что я сразу не мог понять, что это такое. На полу, на войлоке сидела старая, скорченная и грязная женщина с огромными ногтями на руках и босых ногах, которые произвели на меня потрясающее впечатление. Когда мне сказали, что это и есть Пелагея Ивановна, я нехотя поклонился ей и пожалел, что пошел к ней. Она не удостоила меня ответа на поклон мой и с полу пересела на лавку, где и легла. Я подошел к ней и спросил, идти ли мне в монастырь или жениться. Она ничего на вопрос мой не ответила и только зорко на меня смотрела своими быстрыми блестящими глазами. Я повторил раза три тот же вопрос и, не получая от нее ответа, ушел от нее раздосадованный и разочарованный, решившись к ней уже более не ходить. Прожив целый месяц в Дивееве в монастырской гостинице и занимаясь живописью в соборном храме, я часто слышал упреки от монахинь и от начальницы гостиницы в том, что я не верю благодатным дарам Пелагеи Ивановны. И по настойчивой просьбе начальницы гостиницы я решился еще раз зайти в ее келью и с большой неохотой пошел, лишь бы только более мне ею не надоедали. Когда взошел я в келью Пелагеи Ивановне, я нашел ее по-прежнему сидящей на полу на войлоке, но она немедленно по приходе моем встала и выпрямилась передо мною во весь рост. Это была женщина, красиво сложенная, с необыкновенно живыми блестящими глазами. Постояв предо мной, она начала бегать по комнате и хохотать. Затем подбежала ко мне, ударила по плечу и сказала: «Ну что?» У меня давно болела эта рука от паралича, но после этого ударения Пелагеи Ивановны боль в ней мгновенно и совершенно прошла. На меня напал какой-то панический страх, и я ничего ей не мог сказать. Молчал и весь трясся от испуга. Потом она начала рассказывать мне всю мою прошедшую жизнь с такими поразительными подробностями, о которых никто не знал, кроме меня, и даже рассказала содержание того письма, которое я в этот день послал в Петербург. Это меня так поразило, что у меня волосы стали дыбом на голове, и я невольно упал перед ней на колени и поцеловал ей руку. И с этого разу стал я усердным ее посетителем и почитателем. Неотступно надоедал ей своими просьбами и вопросами и удостоился такого ее расположения, что она не только на личные мои вопросы, но и на письма мои всегда охотно и прозорливо отвечала, или краткими записочками, или через добрых знакомых. Я часто к ней ездил и проживал подолгу в Дивееве, собственно для того, чтобы видеть и слышать дивную старицу. Она меня вытащила со дна ада. «Благодарю Бога», — говорил в душевном умилении Петров, — «что Господь удостоил меня видеть такую рабу Божию, и не только я удостоился видеть ее, но и сподобился называться духовным сыном ее». «Еще матушку нашу Марию она очень любила», — вспоминала келейница Пелагея Ивановна Анна Герасимовна. «И редкий-то день, бывало, не вспомнит о ней, и с портретом ее целыми часами разговаривают, и всякий-то от нее посланный обрадуется, и все, Машенька да Машенька, другого названия не было. И как ей все было известно, и заботы, и нужды обители, и как им начальницам-то трудно. Все бывало, о ней вздыхает да охает, Машеньку-то мне жаль, ах, как Машеньку жаль, бедная Машенька. Так что, если в обители или у матушки неприятности какой быть, ходит моя Пелагея Ивановна и не подходи к ней, растревоженная, расстроенная, ничем в ту пору ей не угодишь. Машеньке-то поди, как трудно, никто ее не жалеет, скажет она уж, ну уж и знай, что уже что-нибудь и неладно». Игумени Марии Пелагея Ивановна неоднократно предсказывала разные события в ее жизни, а также события в монастыре, и эти предсказания всегда в точности сбывались. Обитель
она очень любила, называя всех в ней своими дочками. И точно была она для обители матерью. Ничего без нее здесь не делалось. Послушание ли кого посылать, принять ли кого в обитель или выслать, ничего без ее благословения матушка не делала. Что Пелагея Ивановна скажет, то свято, так тому уж и быть. И как бывало она скажет, так все и случится. А раз приходит нам, которая из наших сборщиц сидит вот и ропщет. Ой, батюшка ты, Серафим, слышь, предсказывал. Говорят, что через омет нам деньги-то бросать будут. Только возьми, а уж где ж бросают-то? Вздохнет да охнет. Так-то просить ничем не выпросишь, Пелагея Ивановна говорит ей. У Бога милости много, а нашу обитель, знай, он никогда не оставит. А ныне, осенью, как покража-то у нас в трапезе случилась, и приказано было все запереть да построже держать. Вот и затолковали у нас. Бойтесь пожара, подожгут. Я слышу, да сестрам-то и говорю, вы, сестры, смотрите, не больно крепко спите. Нас, говорят, все поджечь собираются. Пелагея-то Ивановна слушает, да и говорит, полно, ложитесь-ка себе, да покрепче спите. Обитель наша никогда ничем не повредится, и никогда в ней ничего не случится, потому что те, кому поручено, караулят. В это самое время, на ее слова, ее караул, поставленный в собора из церковниц, и забил в доску. И прядь. Говорю, слышь, караульщицы наши подошли. Эх, Симеон, перебила она меня, ничего-то ты не понимаешь. Да ведь не эти караульщицы. Что эти-то? Тот караулит, кому поручено караулить обитель. Должно быть, разумела старца Серафима. А вот в 1882 году все затолковали у нас, что скоро мощам быть. А я и говорю, раз Пелагии-то Ивановне, слышишь, что говорят, мощи будут. Будут, отвечает. Скоро ли, спрашиваю. Нет, говорит, еще не скоро. Мне стало досадно. А ты-то, говорю, почем знаешь? Да я-то, говорит, хоть и не знаю, а только не скоро. А вот весною в 1883 году сидит она в чулане у открытого окошка, да и говорит мне. Симеон, да поди-ка ты ко мне, поговорим-ка немножко. Что ж, говорю, давай поговорим. Подошла, знаешь, я и села возле нее на лавку. Гляди, говорит Симеон, как хорошо рассвело. А сама так и трепещет вся, так вот и ликует. А я-то, знаешь, взглянула, вижу, и правду, сирень расцвела. Да и говорю, матушка, гляди-ка, как хорошо сирень-то расцвела. Ох, говорит Симеон, какая ж ты глупенькая, ничего ты не понимаешь. И взяла меня за руку, крепко ее сжала и говорит, через 6 лет, что в обители расцветет, а сама так вот и трепещет. Тут только я поняла, что она что-то видит, чего нам не видно, и что-то хорошее обители предрекает. С тех пор, как Пелагея Ивановна поселилась в обители, она уже никуда и никуда никогда из нее не выходила. Раз я начала упрашивать ее и говорить, чтобы нам с тобою в Сорвовток к батюшке Серафиму сходить, Пелагея Ивановна. Пойдем, говорит. Ну, я и обрадовалась, наняла лошадь, собрались, отправились мы с ней, да доехали до нашей монастырской гостиницы. За ворота-то она и не едет. Зачем, говорит, я поеду? Чай не с ума сошла. Он, то есть батюшка Серафим, всегда здесь. Не надо, не поеду. Тем и окончилась саровская наша поездка. В другой раз, вот помню, наши соседки всегда очень любили ее, да и попробовали ее распозвать к себе. Как ты нас обрадуешь-то, говорили они, как тебе хорошо будет у нас. В экипаже тройку пришлем за тобой, только поедем. Она все молчала да отворачивалась, они все знай к ней лезут. Хоть на недельку да на дедек приезжай. Наплевать вам, чай не вовсе, я с ума-то сошла, отвечала им и ушла. Так весь свой век и прожила голубушка моя у любимой своей печки на полу между тремя дверьми. Духовный сын Пелагеи Ивановны, художник Петров, рассказывал, подвиги Пелагеи Ивановны стали привлекать к ней внимание дивеевских монахинь. И прежнее нерасположение к ней многих из них сменилось уважением. В келью к ней стали ходить многие из них, или для того, чтобы посмотреть на подвижницу, или послушать ее, или получить от нее что-нибудь, потому что мирские люди приносили разные приношения, которые она раздавала монахиням. Но были между сестрами такие, которые упорно продолжали преследовать подвижницу Божию своей ненавистью и всячески осуждали и укоряли ее. Таких особенно любила Пелагея Ивановна и всячески старалась платить им за зло добро. Инокини, привязанные к подвижнице, глубоко веровали в силу ее молитвы, искали у нее наставлений духовных и обретали их в ее кратких, прозорливых речах.
Так одна благочестивая монахиня Дивеевская, сильно к ней привязавшаяся, видя ее подвиги, дерзнула просить у Господа, чтобы он открыл ей, верен ли тот путь, по которому идет эта подвижница Божия, и ведет ли ее ко спасению, потому что часто приходилось ей слышать разноречивые толки других монахинь об этом. И у ней самой сердце иногда колебалось по этому поводу. Господь услышал ее молитву. Она увидела во сне, что Пелагея Ивановна идет по двору монастырскому, и два ангела ведут ее под руки. Когда, проснувшись, монахиня эта пошла к Пелагее Ивановне рассказать ей свой сон. Та предварила ее рассказ строгим запрещением – никому не говорить о том, что она видела во сне. Анна Герасимовна вспоминала: «Незадолго до смерти Пелагеи Ивановны пришла к нам наша только что поставленная мать благочинная, монахиня Елена. И Пелагея Ивановна долго-долго и так хорошо беседовала с ней, наставляла ее никого не обижать и строго исполнять свою должность, и утешала ее. Вот право ей Богу, никто ничего не сделает, не глядя ни на кого. Вот просмотри на эту просфору». И вынула из-за пазухи хорошую просфору. «Такая же хорошая, как эта просфора, будешь и ты. Я помогу, Господь все устроит». И так-то была она весела, так вот глядит ей в глаза, точно будто не наглядится на нее. Вон как мать на дитя свое родное, давно невиданное. Ласкает, не наласкается. Точно вся трепещет от какого-то внутреннего восторга. Мне и стало досадно. Когда мать-то благочинная ушла, а она так вот и радуется, так все и трепещет от восторга, я и говорю: «Что это ты, Пелагея Ивановна, гляжу я на тебя, и не надивлюсь. Пришла благочинная, и вот как ты радуешься, точно не знаю, что случилось, точно вся праздничная. И чему ты рада? Дива бы уж кто, а то мать благочинная. И редко бывала она у тебя, да никогда тебе ничего не давала. Ведь вы прямо блаженные, нет у вас различия. Ну что ты глядишь, не нарадуешься, не наглядишься на нее? Ведь уж это я сама видела». «А что же, — говорит Симеон, — человек-то она хороший». «Ну уж хороший, нашла». «Ах, Симеон, какая ты, а может, что еще и больно, хорошо сделает?» «Сделает, — прибавила я, — как бы не так, дожидайся». «Да и что она сделает-то нам? Ничего нам не надо. По матушкиной милости все у нас есть. Келья своя, более нам ничего не надо. Умереть так, небось, похоронят, не выкинут». И так вот я на нее раздосадовалась. «Эх, — говорит Симеон, — гляжу я на тебя, ничего-то ты не понимаешь». И умолкла. «Да чего понимать-то? Нечего. Вот и ты умрешь. Чай как доброго человека похоронят. Да еще кто знает. Пожалуй, то и гроб не пример другим сделают». «Что ж, пожалуй, да и воистину, какой еще гроб-то сделают?» — задумавшись, сказала Пелагея Ивановна. И вдруг встала, и, подойдя к иконам, так и просветлела. «Она, моя голубушка, ублажала мать благочинную за благоустроение собора и предвидела, что мать благочинная укажет место вечного покоя ее. Предвидела и почести, какие воздались ей при погребении. А я-то по своему глупому разуму толкую о своем». Пелагея Ивановна, по воспоминаниям дивеевских монахинь, очень любила и считала своим духовным друга преподобного Серафима, назначенного им быть питателем и благодетелем дивеевской обители, Николая Александровича Мотовилова. «Безумный ты, Николка, такой же безумный, как и я», — говорила она. Когда 14 января 1879 года Николай Александрович скончался, в Дивееве об этом не знали. В это время в обители ждали икону нерукотворного Спаса. Одна монахиня пошла к блаженной спросить, скоро ли привезут икону. «Вот подожди, сперва Николку привезут, а там и икону», — ответила она. Так и вышло. Тело Николая Александровича привезли до погребения в Дивеево, а вслед за ним привезли и икону. Забегали к Пелагее Ивановне и прочие бывшие в обители блаженные рабы Божии, такие же, как и она, дурочки, как себе они величали, рассказывала Анна Герасимовна. Раз, например, зашла так всеми называемая блаженная Паша Саровская. Она потому и называлась Саровской, что несколько лет спасалась в Саровском лесу. Вошла и молча села возле Пелагеи Ивановны. Долго смотрела на нее Пелагея Ивановна, да и говорит: «Да, вот тебе-то хорошо, нет заботы, как у меня. Он детей-то столько». Встала Паша, поклонилась ей низёхонько и ушла, не сказавши ни слова в ответ. Спустя много лет после того сестра обители нашей Ксения Кузьминична, старица прежних серафимовских времен, однажды во время обедни осталась одна с Пелагеей Ивановной, сидя на лавке у окна, тихонько расчесывала у ней голову, а Пелагея Ивановна спала. Вдруг Пелагея Ивановна вскочила, точно кто ее разбудил. Так что старицу Ксению испугала, бросилась к окну, открыла его и, высунувшись наполовину, стала глядеть вдаль и на кого-то грозить.
«Что такое?» – подумала старица Ксения. И подошла к окну поглядеть и видит. Отворяется обительская калитка, что у Казанской церкви, и в нее входит Паша Саровская с узелком за плечами. Направляется прямо к Пелагее Ивановне и что-то бормочет про себя. Подойдя ближе и заметив, что Пелагея Ивановна ей таинственно грозит, Паша остановилась и спросила. «Что, матушка, или не идти?» «Нет», — говорит Пелагея Ивановна. «Стало быть, рано еще, не время?» «Да», — подтвердила Пелагея Ивановна. Молча на это низко поклонилась ей Паша, и тотчас же, не заходя в обитель, ушла в ту самую калитку. И после этого года полтора не было у нас. Вот они, блаженные-то, как разговаривают. Поди и понимай их, как хочешь. А они-то, дурочки-то, все думают лишь друг на друга, только взглянут, все и понимают. Что же вы думаете, значили эти таинственные их разговоры? А вот что. Лет за 6 до смерти Пелагеи Ивановны явилась к нам опять Паша с какой-то детской куклой. А потом еще немного походя и со многими куклами. Нянчится бывало с ними, ухаживает за ними, называет их детьми. И стала Паша по несколько недель, а потом уже по несколько месяцев проживать у нас в обители. Где день, где ночь. За год до кончины Пелагеи Ивановны почти весь год прожила у нас. А как скончалась Пелагея Ивановна, то осталась даже и совсем в нашей обители. Была несколько раз она у меня, и я пробовала предложить ей остаться. «Нет, нельзя, вон маменька-то не велит», — отвечает мне, показывая на портрет Пелагеи Ивановны. «Что это говорю? Я не вижу». «Да ты-то, говорит, не видишь, а я-то вижу, не благословляет». Так и ушла, и поселилась у клиросных в корпусе. И точно так же хаживали к нам и почитали Пелагею Ивановну и наши блаженные. Покойная сестра Прасковья Семеновна, тоже еще серафимовская старица, называвшая ее всегда Пелагея Ивановна, второй Серафим. Также покойная сестра Прасковья Яковлевна, называвшая ее маменькой. А вот когда перед самой смертью пришла к нам последний раз некая блаженная Евгения Феофановна, не из нашей обители, а только бывавшая у нас, тут-то что было. Вот как теперь гляжу и никогда не забуду. Приходит она к нам и 2 узла тащит всяких махров. «Вот, Герасимовна, сухорёбрая!» — кричит она. «Никому не верю, а тебе все имение тащу». «А ты полно дурить-то», — говорит ей Пелагея Ивановна. «Лучше о смерти поговорим». Феофановна-то, услышавшая эти слова, как скочит, подбежала к ней, пала к ногам ее и стала обнимать их. «Ты меня проводи», — говорит. И так-то обе плакали, что жалость была смотреть на них. Через несколько дней, не более 4 февраля, заболела Евгения Феофановна. Стужа была страшная. Уж как и откуда она очутилась, не знаю. Просилась и билась под окном у диакона Ивана Никитича Садовского, что в приходе родного брата батюшки Василия. Да никто ее там не упустил, зная, как бушует блаженная. Ведь ни угомон, ни закон для них не писан. Не всякий терпеть-то их может. Так совсем была она и замерзла, да возле колокольни-то жили хохловские старик со старухой. Те и услыхали ее стоны, сжалились над ней, взяли к себе в избу. Да мне и сказали, пришла я, вижу, лежит и жалко мне ее стало. Как быть? На ту самую пору Агафья Лаврентьевна, нашей же обители, сестра, говорит мне, жалко мне тебя, Герасимовна, будет с тебя и одной, дай-ка я ее к себе возьму. И принесли мы к Агафье-то Лаврентьевне ее. На другой день Пелагея-то Ивановна мне и говорит, поди к Евгении-то, захвати, пока жива. Пошла я, она лежит, как и не было ничего с ней, все бронится да блажит. Меня, говорит, приедут провожать с колоколами. Так и случилось. За батюшкой Василием приехали с колокольчиками свадьбу венчать, а Евгения-то отходит. Он на этих лошадях с колокольчиками приехал ее приобщать. Тут и умерла она. И много их хаживала к нам. Анна Герасимовна рассказывала. А вот еще скажу вам. С грешными людьми часто бывает, что они за собою ничего не видят. А на других указывают. Что делать, на то они и грешные люди. Вот так-то и у нас было. Стали соблазняться тем, что Пелагея Ивановна не исповедуется и святых тайн не причащается. Вот приказали нашему батюшке, отцу Иоанну Феминину из соседнего прихода, потому что своих священников тогда еще не было, исповедать ее. Прошел он, долго-долго они пробыли вместе наедине. Смотрю, выходит батюшка такой взволнованный, пошел прямо к матушке-настоятельнице. Слышим, объяснил он ей, что Пелагея Ивановна великая раба Божия, и что она прямо высказала ему все потаенные грехи его. И насчет святых тайн всегда хлопотали наши сестры-хлопотуши, обзывая ее испорченную. Да меня за нее укоряли. А дело-то в том, что она приобщалась святых тайн, только не часто. Разболелись как-то у ней ноги. Я ей говорю, не приобщить ли тебя Пелагея Ивановна? Что ж, говорит батюшка, хорошее дело.
и приобщил ее батюшка, отец Василий. Точно так же, как раз Великий пост предложила ей приобщиться, и она не только рада была, но даже и сама все и правила так причащению вычитала и приобщилась. Раз сестры так доняли меня, что не втерпешь мне стало, я и говорю ей, что это ты не приобщишься, ведь все сестры говорят, что ты порченная. Ах, нет, говорит батюшка, старик-то, батюшка Серафим, ведь не разрешил от рождения до успения. Что значили эти слова святого старца, я не знаю. А думаю, по моему глупому разуму, не указал ли он ей тот путь высочайшего самоотвержения. Что может быть выше радостнее и блаженнее приобщения святых тайн Христовых? А они, эти блаженные-то, добровольно осуждают себя и на это лишение. А впрочем, Бог их знает. С ними бывают такие чудесные события. Вот я вам еще расскажу. Раз сестры тоже пристали ко мне и укоряют, что не причащаю Пелагею Ивановну. Вот пошла я и сказала о том, что батюшке, а он мне ответил. Нечего слушать их, что они понимают. Когда она сама пожелает, а это ты, Герасимовна, за мной и не ходи. Знаю я Пелагею Ивановну, какая она раба Божья. Она с таким благоговением, с таким смирением, с таким страхом и трепетом принимает святые Христовы тайны, что даже вся просветлеет и так вся ликует от духовного восторга, что даже на меня самого страх нападает от этого ее просветления. Потому сама она лучше и нас с тобою знает, когда Господь благословит ее приобщаться. С тем я и ушла, а разуму-то грешница все еще не научилась. Одна из дивеевских сестер вспоминала, у таких подвижниц, как Пелагея Ивановна, часто бывают при созерцательной и образцовой жизни свои тайные видения и откровения при благодати Святого Духа, им присущей. Я отправилась к Кирию Пелагеи Ивановны, к Анне Герасимовне, и между разговорами спросила ее, Пелагея-то Ивановна первое время по вступлению в монастырь ходила ли в церковь? Как же ходила и приобщалась, не часто, а очень часто оставалась молиться в церкви. Потом наш протоиерей Василий Садовский приходил к ней в келью приобщать ее. Раз как-то он пришел ее приобщить, она приобщилась, да и стала сама его исповедовать. Так что он ужаснулся и поклонился ей в ноги, и просил ее святых молитв. Так все равно, все верно было и прозорливо, она ему сказала. С тех пор весь монастырь, по словам батюшки Василия, стал считать ее великою прозорливицею. Потом она очень редко приобщалась, а раз одна сестра, смущавшая, что она никогда не приобщается, сидя у нее в келье и думала об этом, а Пелагея Ивановна говорит ей, посиди у меня, дочка. Та довольно долго засиделась и уснула. Когда проснулась, видит, что Пелагея Ивановна стоит со скрещенными руками, и ангел Божий ее приобщает. А когда та сестра подошла к ней, то она погрозила ей и сказала, молчи о том, что видела. Потом еще другая ее келейница, Пелагея Гавриловна, недавно мне передавала. А лет 30 тому назад проснулась я ночью, и вдруг вижу, ангел Божий прилетел. Взял ее и скрылся на небо, а потом опять спустил ее. И Пелагея Ивановна лежит на полу у печки, лицо светлое, радостное. Я к ней да и говорю, матушка, что я видала-то? Молчи, молчи, никому не говори, ответила она. До кончины своей за 5 лет Пелагея Ивановна сделалась очень больна, безнадежна. Мы думали, что она скончается. Тогда при матушке игумене, казначее и многих сестрах ее соборовали 2 священника и диакон. Я тоже была и рыдала, да и все плакали, и матушка игумене. А она смотрит на всех с ангельской улыбкой и переводит свои светлые, блестящие голубые глазки со священников то на матушку, то на сестер. В руках же имела огромный букет цветов и перебирала их. Нашей удручающей скорби не было пределов, но благодаря Всевышнему она осталась жива, только год от году слабела. Так раз вот в 1882 году в Петровке, Петровский пост, больно уж доняли меня опять сестры за то, что не приобщила-то я ее, вспоминала Анна Герасимовна. Собралась я сама приобщиться, да и все, и приговариваюсь к ней о том же, она все молчит. Я уже больно раздосадовалась, приобщиться-то я приобщилась, да ее и выбронила за то, что она-то не приобщилась. А она все молчит. Заснула я это ночью и вижу. Ходит к нам священник и диакон с чашею и приобщили ее. Проснувшись, я уже не во сне, а наяву слышу. Отворилась дверь и уходят шаги мужские. «Поля, Поля!» — кричу, соскочивши. «Кто у нас был? Кто сейчас вышел?» Проснувшись, Поля и говорит, «Никого не было». А Пелагея-то Ивановна, вижу, молча сидит на любимом своем месте, на полу, у печки, на войлочке, и такая веселая, светлая, да румяная, точно вся помолодела. Увидав ее такую, я стала просить у нее прощения. «Ах, матушка, ведь ты святая, ты ведь молилась, да?
Я не успела договорить, она мне: «Что ты просишь у меня прощения? Ведь я не то, что ты говоришь. Я великая грешница». Так и залилась слезами, что оскорбила ее, а она, увидавши мои слезы, улыбнулась, да и простила. И вот с этих пор, что бывало, не говорят мне, как не досаждают, никого я не слушаюсь, а как самой ей угодно, как Господь ей укажет, так и делала. И частенько таки бывали ей подобные посещения свыше. Вот уже в 1884 году, незадолго до ее смерти, по обыкновению лежу я на лежанке ночью и не сплю. Она тоже по обыкновению своему всегда не спала ночью, сидит на любимом своем месте на полу у печки. Вот слышу я, пришел к ней батюшка Серафим, слышу я голоса его и ее, долго так говорили они. Я все слушаю, да слушаю, хочется знать, узнать, а всего-то расслышать не могу, только понимаю, что все об обители толкую. И нашу матушку-настоятельницу помянули, это я хорошо разобрала. Вот когда уже все стихло и не слышно стало голосовых, я и выхожу к ней. «Это ведь у тебя, Пелагея Ивановна, батюшка Серафим был, я его голос слышала». И вы с ним все в обители толковали и матушку поминали. Ведь так? Что ж это значит? Не случится ли, говорю, что у нас? Мало ли, отвечала она, у нас дел. Так и не добилась от нее ничего. А вот так же за 12 дней до смерти ее лежу я на лежанке ночью. Она на своем полу на войлочке сидит. Вдруг, и никогда еще этого не было, слышу я, она запела. Всего-то уж не помню, а вот эти слова хорошо поняла. «Ангелы, удивишися, какое дева восходит от земли на небо». Ах, думаю, что это с ней? Никогда еще так-то не бывало, как бы чего не случилось. И прошло мало это через дня через два, ночью опять слышу, что кто-то говорит с нею. И таким каким-то странным голосом, а она точно с ним спорит. «Это еще что? Кто это, думаю?» Да не вытерпала, я кликнула: «Маша, это ты, что ли?» А послушница Маша мне отвечает: «Нет, матушка, не я. А должно быть, не Пелагея ли Гавриловна?» А Поля-то крепко-накрепко спит. Тут не выдержала я, вскочила, да и вхожу. Вижу, сидит она на своем месте. «Да что ж это за странности, говорю?» «Третьего дня ты пела, и я очень хорошо это слышала, да промолчала. Сейчас опять кто-то странным таким голосом разговаривал тут с тобою. Хочу я знать, кто это был. Уж что-нибудь да это значит?» Поглядела она на меня и развела руками. «А вот тебе, говорит, и не узнать». «Как, говорю я, с досадою не узнать? Мало ли кто приходит, кто тебя знает? Может, вор какой?» «Вор и есть, говорит она, тот самый, который души ворует». Поняла я тут страшный голос, что напугал меня, и замолчала. Для Серафимовой обители 1884 год был тяжелым. Настало время расстаться ей со вторым Серафимом, дивной блаженной Пелагеей Ивановной, которой предсказал батюшка Серафим: «Многие тобою спасутся». Келейница Анна Герасимовна передала о последних днях жизни Пелагеи Ивановны следующее. «Дня за два до того, как ей совсем слечь, говорит она мне: „Ой, Симеон, Симеон, как мне жаль матушку-то. Да делать-то нечего, в это время вся царская фамилия здесь ожидалась“. Что ж, говорю, разве беда какая случилась? Да беда-то не очень велика, говорит, а матушку мне жаль. Тут как раз я ей разнемоглась, и затолковали у нас в келье, как бы мне не умереть. А я-то с кем останусь, говорит Пелагея Ивановна, и подошла ко мне. Нет, маменька, вставай, мы с тобой поживем еще маленько. Ну, говорю, когда мы друг друга так любим, что ты без меня не хочешь оставаться, я без тебя, так давай кинем жребий. Кому выйдет прежде умереть, тебе или мне? Ну, говорит, давай. Не успела я сказать, как наши келейницы притащили нам длинную-предлинную бечевку. Пелагея Ивановна прихорошо стала перехватывать рукой. Вышла мне прежде умереть. Увидя это, Пелагея Ивановна огорчилась, пригорюнилась, вздохнула и говорит: «Ой, Господи, да кого же это мне искать-то еще? Нет уж, лучше я прежде умру». 11 января, вставши с места, направилась она к двери на двор и говорит: «Ох, Маша, что-то у меня как голова болит. Пойду-ка я в остаточки на звезды небесные погляжу». Не дойдя до двери, вдруг упала, дурнота сделала с ней. Подняли мы ее, спрыснули святой водой. Она чуточку очнулась, да и говорит: «Что это, Господи, как бы не умереть? Симеон, Симеон, мне матушку до тебя только жаль». «Полно-то, говорю я, может, кого еще?» «Так-то так», отвечает, «да матушку да больше всего». «Да, говорю, пожалеешь, вот ты». «Нет, видно, не больно, жаль, коли не слушаешь никого, дорвешься к двери-то. Вот как уж слаба, да принуждаешь меня вот тут на полу возле тебя сидеть да караулить». А она-то, моя голубушка, слушает, да вдруг как поднялась, да так скоро попыталась выйти, а уж не смогла, в синях-то опять упала. «Ой, Маша, как мне тошнит», — говорит, и села на лавке. Поддержали ей голову, водицей святой попоили и повели в келью. Она и мои-то руки целует, и Машины-то, и даже у бывшей тут своей племянницы, молодой
клиросной Паши. Ей не даем мы, а она так и хватает, и так цепко ловит руками-то, да все и целует, целует. Так и уложили мы ее. Через несколько это дней, гляжу, как-то поднялась моя Пелагея Ивановна, да прямо к Маше поклонилась ей в ноги. Я что-то проворчала, смотрю, говорит, прости меня, Машенька, Христа ради, и мне тоже в ноги. «Уж ты и правду, не собираешься ли умирать, Пелагея Ивановна, говорю? Не полюбилось мне это. Что уж это за смирение такое напало? Вот все в ноги кланяются, да у всех руки целуют, точно отблагодарить всех хочет». «Да кто же знает, матушка, ведь, пожалуй, умрешь», — говорит. «На днях вот и ко мне подошла, да поклонилась в ноги тоже», — заметила мне Пелагея Гавриловна. Она молчит. «Ну, думаю уж, если так ласкается, да смиряется, видно, правда, умереть собирается. Всех, значит, и благодарит, и сжалось у меня сердце». 20 января подала ей Маша чаю, а она и не встает. «Что это вы, матушка?» – спрашиваю я. «Положи-ка меня хорошенько, Марья, я больно хвораю», – сказала она. Так и не пила, ничего не ела и молчит. «Матушка», – говорит мне Маша-то, – «вот Пелагея-то Ивановна очень захворала». «Что это с тобой, матушка?» – подошла я к ней и спросила. «Да ведь я, маменька, захворала», – говорит. «Что ж, послать, что ли? Сказать, приобщиться надо». «Да», – говорит. А глаза-то веселые, развеселые, и сама вся радостная, и всех-то крестит, кто не приди. Блаженная совершенно ослабела и слегла в постель, так как у нее началось воспаление легких. Но она наотрез отказалась от всех земных лекарств и тяжко страдала. 23 января ночью был гром и молния, а 24 утром пришел со святыми дарами священник Иоанн Смирнов, чтобы приобщить Пелагею Ивановну. Он стал убеждать ее причаститься, но она как бы не решалась на это. Отец Иоанн настаивал, и старица сказала ему: «Помолись за меня». Он вновь стал уговаривать блаженную, и тогда она тихо спросила его: «А не грех будет во второй раз в день?» Священник не понял этих ее слов. Тогда одна близкая старица сестра, стоявшая рядом, обратилась к Анне Герасимовне и спросила, что значат эти слова. Та призадумалась и рассказала: «Сегодня ночью я проснулась и вижу во всех окнах кельи свет. Испугалась, думала, не пожар ли случился, что в окнах точно огонь отражается. Посмотрела в окно, нет ничего похожего на пожар, а только Пелагея Ивановна стояла у своей кроватки вся во свете, со скрещенными на груди руками, и принимала святые тайны от ангела. Вот почему, думается мне, она говорит, не грех ли? Это значит, что уже сегодня причащалась». Священник заверил старицу, что греха не будет, и она как должно причастилась. Святых тайн облобызала святую чашу и приложилась ко кресту, который осенил ее священник. Далее Анна Герасимовна рассказывала: «Вечером просили мы того же батюшку Смирнова соборовать ее. Недостоин я, говорит, но мы уговорили его. А соборовавшись, она была веселая, хорошая такая. На другой день, в понедельник, веселая была. Всех встречала, приветствовала и провожала глазами, кто бы ни приходил к ней. А приходило много прощаться. 25 января, не предупредил меня о том, пришли читать ей отходную. Я как батюшка увидела, так, знаете, потревожилась. Кто это догадался, говорю, а она мне: полна, маменька, не тревожься. Ведь это ничего, молитва к Богородице только. Прочел батюшка отходную, а у меня вот сердце разрывается. Что это, Пелагея Ивановна, видно, ты уж и правду умереть хочешь». «Умру, маменька», — отвечает. «И кто меня помнит, того и я помню. И если будут иметь дерзновение, за всех буду молиться». «А матушка-то, говорит, так и оставишь?» «Нет», — говорит маменька, — «я там ей еще больше помогу. Буду Господа за нее просить». С этих самых слов с середины вечера она совсем умолкла. С субботы 28 января совсем даже и глаз не раскрывала. И когда приехали к ней в этот день два племянника ее проститься с ней, то одного из них, Николая Андреевича, она только перекрестила. С субботы на воскресенье ночью она крепко и будто так спокойно спала, что мы с матушкой благочинной говорили, что, может быть, судя по такому сну, она и поправится. В воскресенье 29 января к вечеру с блаженной сделался сильный жар, так что она не могла уже уснуть. Последние часы жизни старица сильно страдала, кашель и мокрота душили ее, стесняли дыхание. Но ни жалобы, ни ропота не было слышно от нее. Кротко и молчаливо терпела она свои страдания. В ночь на понедельник, 30 января, в 12 часов она вдруг совершенно успокоилась, тихо, крепко и глубоко заснула. И вот в этом-то последнем земном сне своем она ко второму часу стала дышать все глубже, реже, и ровно в четверть второго часа на понедельник, 30 января, праздник трех святителей и день кончины ее матери, чистая многострадальная душа Пелагеи Ивановны отошла ко Господу. Вспоминая последние часы земной жизни Пелагеи Ивановны, одна диеевская сестра писала:
Сестры все перебывали у нее и до самой кончины осаждали ее келью, желая принять последнее ее благословение. Но неотступно день и ночь при ней пребывали по назначению и благословению начальницы, кроме казначеи, монахини Елены и трех ее келейниц, еще четыре сестры. Чернышова, Арванатаки, Карамзина и я, грешная Кудрявцева. Глядя на нее, мы рыдали и невольно замечали, что ей были таинственные видения, то тяжелые и страшные для нее, то радостные и светлые. Вдруг, например, повернет голову к стене и грубым сердитым голосом скажет и пальчиком погрозит. «Нет, этого я не делала, это вы клевещете. Видно, враг рода человеческого и к ней приступал со своей ложью и клеветами». А то раз, несмотря на страдания и на крайнюю слабость сил, накануне уже самой смерти вдруг привстала на кровати, протянула ручки свои, высоко поднимая их, и в восторге воскликнула: «Матерь Божия!» Лицо ее сияло радостью, и вся натрепетала. Сказавши эти слова, она в изнеможении опустила свою голову на подушку. Видно, Матерь Божия не оставила ее без своей божественной помощи в последние минуты ее жизни. Поклонившись до земли новоприставленной, казначея удалилась делать нужные распоряжения о похоронах, а другие сестры с рыданием начали ее омывать, одевать, причем в келье ощущался особенный приятный запах, как будто от духов, хотя ни у кого их не было.